На базе юридического факультета Казанского федерального университета состоялся круглый стол. Здесь обсудили актуальные темы, связанные с особенностями избирательного процесса в преддверии предстоящих выборов. В работе круглого стола приняли участие практикующие юристы, профессорско-преподавательский состав КФУ, а также студенты, которые в этом году станут наблюдателями на выборах президента Российской Федерации. На сегодняшний день мы набрали более 3000 наблюдателей и непосредственно обучили в городе Казань 450 наблюдателей. Сегодняшнего дня, вот 26 числа, мы проводим обучение в районах Республики Татарстан. На встрече рассмотрели цели и механизмы подготовки деятельности общественных наблюдателей на выборах. Пообщались с экспертами, а также рассмотрели последние изменения в сфере избирательного корпуса. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.